Привет, друзья! С вами канал Мороз Лайф, и в сегодняшнем выпуске хочу затронуть такую тему, как перевод денег. Многие из вас сталкиваются с таким моментом, находясь здесь уже в Чехии, как себе перевести деньги, помочь там близким с этими переводами, и задаются вопросом, как лучше это сделать. Раньше это были банковские переводы, такие программы были, как Western Union, те, что я лично знаю. Сейчас же это все сделать стало проще, можно это сделать онлайн, все, нужно только иметь свою чешскую карточку уже здесь, особенно актуально это для тех людей, кто приезжает на 2 года, вы уже можете переводить деньги онлайн через онлайн-переводчики. Сейчас я вам об этом всем расскажу, мы будем сегодня их сравнивать. Будем сравнивать 3 таких монстра на европейском рынке. Это TransferWise, TransferGo, PaySend, через кого реально лучше переводить. Ну, там уже будете, конечно, выбирать сами. Я вам расскажу в конце своего фаворита. Вот. Я взял определенные критерии. Первый критерий – это обменный курс. Второй – это комиссия, которую они берут. И третий, самый тоже такой немаловажный – это время перевода. Но прежде чем начать, хочу с вами поделиться новой целью, которую поставил наш канал. До конца текущего года набрать 7000 подписчиков. Я надеюсь, что вы мне поможете в этом и поможете осуществить данную цель, чтобы сделать это все вместе. Что, в принципе, от вас требуется? Быть подписанным на наш канал, поставить лайк, написать комментарий и поделиться этим видео. А что, так можно было, что ли? Это реальные обычные алгоритмы, которые работают сейчас на YouTube, поэтому можно написать им что-нибудь, поделиться с друзьями и обязательно быть подписанными. Надеюсь на ваше понимание и наше длительное сотрудничество. Ну что, предлагаю начинать. С первого начнем с TransferWise. Сейчас очень классные курсы. Будем за константу брать 10 тысяч крон, то есть будем переводить эту сумму. Если переводить ее в украинскую гривну, то банк, обменный курс 1.21, здесь его тоже можно будет смотреть, как он рос, падал и так дальше. То есть очень реально хороший курс, я, честно, такого курса давно уже не видел. Вот. И что значит, 10 тысяч переводим, по такому курсу получаем 11 832 гривны, комиссия, которую берет переводчик, 234 кроны. И получаем мы ожидаемый время доставки 22 июля, то есть сегодня. Ну, я вам так скажу, по своей практике, это TransferWise постоянный переводчик, которым мы пользуемся, это в реальности где-то в течение там, 10-15 минут обычно поступают эти деньги. Вот есть у них, конечно, тоже такие фишки, как бесплатные переводы, об этом чуть позже расскажу, и об этом, в принципе, рассказывал еще в нашем видео. Если не видели ссылочку, вот можете посмотреть, это все здесь есть. Так, следующий идет TransferGo, вот очень раскрученный такой переводчик. Берем, опять же, Чешскую Республику, получатель Украина. Здесь проблема, конечно, нет возможности переводить сразу в кронах, есть только евро. Но, опять же, не забывайте, если вы переводите с чешской карточки, то вас он конвертирует сначала банк валюту, то есть в евро, а потом уже будет переводить сам переводчик, это евро, в Украину, там, в гривну. То есть, ну, если, конечно, есть вариант евро-евро и в Украине, пожалуйста, можете этот вариант использовать. 10 тысяч крон мы взяли по ихнему курсу. То есть 10 тысяч крон, курс сейчас у них там 34, то есть то, что они делают конвертацию, это выходит 328, ну почти 330 евро я беру. Это получается 10 тысяч гривен, 34 гривны получит получатель. Но если сравнить пример с тем же TransferWise, где 11 800 получит, и здесь 10 34, это, ребят, честно, хорошее нахитало. No, God, please, no! 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 Потому что реально 1800 где-то теряется, и никто не знает, где они. Хотя доставка 0 евро, и доставлена будет завтра, то есть сутки будет доставляться. Если хотите сегодня, то еще нужно будет заплатить сверху 2 евро, а это 9900. Вот вам, пожалуйста, и бесплатный такой удобный разрекламированный переводчик, который реально жрет ваше бабло.
Нет слов. Идем по Исент. 10 тысяч крон. Сумма 11891. Текущий курс 1.19, он ниже, чем у TransferWise, но здесь маленькая комиссия 39 крон. 39 крон, она фиксированная, постоянная, то есть здесь ничего как бы не забирается. И поэтому выгодно, конечно, переводить на PaySend. Видите, опять же, 11.891, ну, приличная сумма получается. Если взять по курсу, конечно, TransferWise идет выше, 1.21, но комиссию берет чуть больше. Вот. По времени TransferWise зачисляется в течение нескольких минут. Да, действительно, мы тоже им пользуемся. И в реальности там получается где-то в районе 5-10 минут, 5 либо 10 минут, и у вас уже деньги будут на счету. Да ладно! Поэтому, ребят, тут уже, конечно, выбирать вам, чем пользоваться. Я вам скажу так, мы пользуемся TransferWise и PaySend. В зависимости от того, какие суммы переводим. Тем более все эти ссылочки я хочу вам показать. Они у нас здесь есть полностью под каждым видео. Мы ими делимся. Я вам покажу, чтобы вы видели полезные ссылки. И здесь вот перевод денег с любой стороны, пожалуйста. Вот ссылочка на TransferWise, на TransferGo и PaySend. То есть на первые переводы, как правило, вы получаете здесь комиссию 0. Пример, как это выглядит, покажу. Вот 10 тысяч, если вы переводите, комиссия 0, 12-116 получаем уже в Украине. То есть это по текущему курсу, очень реально выгодно и круто, то есть на первые переводы. Ну а там уже, конечно, дело каждого, кому как переводить деньги. Вот. Так что вот подведем итоги. Кто у нас тут лидирует, это TransferWise и PaySend. TransferGo, конечно, в этом плане чуть-чуть проигрывает, я даже скажу, не чуть-чуть, а прилично. То есть если брать курс, ну, самый выгодный вариант TransferWise по курсу. Комиссия TransferWise зависит от суммы, TransferGo от 0 до 3 евро, PaySend фиксировано 39 крон. Ну и время в тот же день идет по TransferWise, TransferGo идет сутки, и PaySend тоже в тот же день, там 5-10 минут. Вот такая вот информация, которую я хотел с вами поделиться. Я думаю, очень интересное получилось видео, потому что важно понимать, чем переводить, как еще вы видите выигрыши. Вот вам спасибо за просмотр. Как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал и делимся этим видео. Всем удачи, до новых выпусков. Пока!